нарушение правил, штрафной. Я получил мяч и пробрасывал. Там было двое игроков, я помню, что Джамалетдинов и, по-моему, Кузьмин меня встречал. Вот, и Джамалетдинов я пробросил, он меня зацепил. И получилось так, что обычный фол. Я просто упал на плечо, сделал кувырок, сгруппировался и почувствовал, что что-то не так с плечом. Вот сразу обратился к врачам. И было решено, что нужно сразу делать замену, потому что играть я дальше не мог. Ключица торчала, примерно, наверное, вот так, наверное. Вылезала из футболки. Было понятно, что явно, что не все хорошо. И там просто два варианта было, я так понимаю, что либо это перелом, либо просто связка порвалась. Ну, в принципе, все, кто там был, все сразу сказали, что, в общем, скорее всего, связка, им нужно, скорее всего, опять же, оперировать. Ну, ничего утешительного. Я думаю, что травма в любом случае, особенно те, которые долгосрочные, да, так сказать, которые там более одного месяца занимают восстановление, реабилитация, они все обидны для любого футболиста. Но у меня, да, в принципе, такая ситуация была непростая, и я получил, можно сказать, свой шанс. И отлично, в принципе, начали игру, тогда все было хорошо, и да, пока я не получил травму. Вот, но это футбол, поэтому и, наверное, он такой зрелищный, и поэтому он такой популярный, потому что здесь есть все, и борьба, и те же травмы. Последние, не знаю, три моих таких серьезных травмы, и жена со мной всегда рядом, и благодаря ей, конечно, справился. Но сейчас, на самом деле, все равно уже легче переносить, и потому что мозгами я уже проще к этому отношусь. Я понимаю, что все будет окей, главное просто следовать советом врачей и реабилитологов, выполнять свою работу, и как бы все будет нормально, это я также восстановлюсь и буду играть. Чаще всего после травмы сложные первые дни, нужно осознать это просто все. И в этот момент, да, нужен близкий человек, который тебя, он даже не то, что именно нужно, чтобы он морально тебе что-то говорил, там, а просто он, можно сказать, уводит твои мысли от самой травмы, от самого момента, от ситуации, и просто направляет их в другое русло. Вот, и это уже помогает расслабиться. Первый сбор я пропустил, потому что мне, в принципе, наверное, не было смысла ехать сюда, в Австрию, потому что у меня были слишком простые упражнения. Это просто разработка руки там, до 90 градусов. А сейчас я приехал на второй сбор и уже приступил к упражнениям в тренажерном зале. То есть я с минимальными весами, там от 1 до 4 килограмм занимаюсь. Вот. Плюс нужно достигнуть максимальной амплитуды, добиться для начала баланса между руками, чтобы она была такая же, как и моя здоровая рука. Вот. Ну и, естественно, немножко подрастить все-таки, потому что из-за того, что я месяц не тренировался, нужно добавить немножко силы в руки. Ну и также мы не забываем про ноги, про мяч. Также приступил к беговой работе уже. Все идет своим чередом. Насчет сроков говорить не хочется, загадывать. Вот. Но опять же, все индивидуально, и насколько, чем лучше будет мое проходить восстановление, как мой организм будет реагировать, тем все это может ускориться, либо также может ухудшиться. Надеюсь, что ускорится. Работа, которую я сейчас делаю, ну, она не очень интересная, она очень скучная, и поэтому футболисты всегда друг за друга переживают, когда кто-то получает травму, потому что это неприятно, потому что такая работа, она намного сложнее, чем тренироваться в общей группе. Ты, во-первых, занимаешься больше, и это не специфическое, там меньше мяча, меньше всего. Конечно, я соскучился. Хочется побыстрее уже приступить, наконец, хотя бы к каким-то таким упражнениям, где я могу играть нейтрально. Вот, а там уже дальше посмотрим.